В Доме правительства прошло очередное заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в республике. В Чувашии ведется системная работа по противодействию коррупции. Каждый год утверждается республиканская программа. Сегодня члены комиссии обсудили итоги деятельности правоохранительных органов в этой области, организацию межведомственного обмена информацией о правонарушениях такого рода со стороны должностных лиц. Минюст республики регулярно проводит антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов. Еще одна важная тема заседания – сокращение и ликвидация задолженности по арендным платежам за использование муниципального имущества. О работе в этом направлении сообщили главы администрации Чебоксар, Новочебоксарска, Чебоксарского и Мариинско-Посадского районов.